Всем привет! У нас в марте выпал снег, и мы сегодня вновь возвращаемся на танковую дорогу. Я думаю, снежок чуть-чуть ее размочит, он подтаивает, плюсовая температура стоит. Сегодня на танковую у нас едут это Suzuki Samurai, уже вам знакомый, Монгола. Далее Миша на Тирана 2 вишневом. Здесь Саня на Тирана. Вот еще один Саня на Паджерике. Там за Паджиком стоит Серега на Ниве, который в прошлый раз у нас стрелял круто на дороге. Вот, приехал там Морда на Шниве, вижу, плюс с нами подъехал к нам вот такой вот УАЗик. И не знаю, вот Ford Explorer, поедет он с нами или останется здесь, но я надеюсь, что поедет с нами. Я хочу сказать, что пока что танковая оправдывает мои ожидания. Воды нету, а вот размокшая глина есть. Значит, сегодня точно будет жестко и точно будет трудно. Я вот еле иду по вот этому размокшему. Хорошо так валится. Стартует первый монгол. Видно, как тяжело борется самурайчик. Хорошая глина такая. Кому сегодня тяжело, конечно, так это Форду. На сликах. Ну не знаю, посмотрим, как далеко он сегодня с нами заедет. Саня бросается в бой. Тоже резина, а не к черту. Но тем не менее, по калике, по нарубленной он идет. УАЗиков проблем не должно быть. Но там Нива, все, я перехожу на другой участок, едем дальше. Да, танковая сегодня радует. Хорошо подразмокла. Стартует Андрюха. Хо-хо. Хорошо так жестко. Самурай прорубился, уходит вперед. Едет морда на Шниве. Тяжело идет машинка. Морда проезжает. Стартует Саня на Тирана. Проходит без проблем. Следом идет Ford. Вот это сейчас будет интересно. Давай, 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 красавчиком.
такую гонят. Давай, 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 еще чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Серьезная глина такая, дорога размокшая. Так, кажется, у нас проблемы. Ну, я думаю, расшатает он ее все-таки. Да ладно. Тяжелый автомобиль. Очень простенькие колеса. Обычная резина. Так, ну здесь все-таки расшатал, получилось. Ему бы еще бы клиренса бы не помешало, на самом деле, потому что видно, как он уже роет бампером. Судя по звукам, еще какие-то проблемы с коробкой испытывает. Наверное, надо подгонять кого-то. Попытки вырваться. Он-то, в принципе, пролазит понемногу вперед. Но эта коля для него сильно глубокая. Вот видно, как он сейчас дым рассеется, точнее, пар рассеется. Видно, как вот он нарывает себе. И в результате из-за этого и не лезет. Клиренса ему здесь не хватает. Глубокая колейка. Знаете, он практически раскопал так, что есть все шансы у него выскочить. Там разрабатывают, видно, в машине план. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Выскакивает. План сработал. Молодец. Так, главное не поставить меж колейкой машину, что в принципе он и делает. Так, ладно, пускай пока борется. Запускаем Саню. Посмотрим, как этот участок проедет Саша на паджике. Саня наваливает газку. Пока что его план работает, машина едет. Так. Открыть окно было плохой идеей. Да. А ну улыбнись. Меня жена убьет. Улыбнись-ка. Вы нас не верили? Вы сами в себя не верили. Красиво плывет.
да, у вас так прям очень налегке проходит. Ждем Мишу. Проедь чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. Миша после масленицы при ухах поменяли движок. Как видим, все отлично. Машина едет. Посмотрим, что у нас, что нас ждет дальше. Что случилось? Это, наверное, радиатор залепило, радиатор полностью. Из-за этого, наверное, он и кипит. Для эвакуации эксплойера подъезжает Саня на Тирана. Сейчас вытащим его отсюда, чтобы он никому не мешал куда-то на сухое. И, наверное, будем его здесь оставлять и заберем на обратной дороге. Так, проблема в том, что в эксплойера спереди не за что его цеплять тросом. Поэтому будем выливать назад. Сейчас машины перестраиваем, чтобы не мешали. И, наверное, Миша будет его тащить назад. Он лезет сам. Почему-то он едет. Стой! Практически вытащились. Первое заднее колесо уже на ровном. Сейчас перетащить его через эту колейку. И машина будет стоять на ровной земле. О, своим ходом даже выехал. Отлично. Саня убирает тиранчика, чтобы другой Саня мог проехать. Ну отлично, рубится. Ай-яй-яй-яй-яй. Здорово! Не газуй, Саша выпадает. Сань, отличные заброды. А куда ты ехал, кстати? Вот как руки надо мыть. Заодно дезинфекция. Да. Ну все, руки чистые, можно ехать. Подожди! Нормально, все, двинулся. Саня решил сам себе набить колейку. Хорошо идет машинка. 33-й Сильвер работает. Саня на Паджеро. Тач. Угу. А что-то у Сани проблемы. Но и едет. Зря он, конечно, ринулся вслед за
Тирана, потому что там глубже. По следам шнивы ему было бы намного легче проехать. Молодец, прорвался. Миша на Тирана. Тоже 33-й Сильвер. 2,7 дизелёчек. Проезжает. Интересное местечко такое. Шнива и Саня на Тирана прощемились. Паджеро едет, едет, едет. Давай, 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 давай. Да ладно. Борется. Попытки нарезать себе колею. Я хочу сказать, что с каждым разом он заезжает все дальше. Все шансы выехать у него есть. Какая же красивая жижа. Сейчас попробуем объехать и выдернуть вперед с помощью вишневого Тирана. Глубоковато. Прощемился. След идет самурайчик. Практически, пока я, пацаны побежали, вот Саня уже практически сам и вылез. Да. Вылез собственной же колеи. И, наверное, зря. Боец. Давай дальше туда высоко. О-о-о-о, есть. А это практически. Руль стой. Руль прямо надо было поставить, да. Стой. Руль прямо поставь. Красавчиком.
как лопатой кашу нагребает. Оторвали защиту. Так, сейчас будем думать, что с ним делать дальше. Зацепили Паджеро. Миша на тиране тащит его. Сейчас надо поставить куда-то на сухое и глянуть, что там у него с защитой. Движется Монгол. Интересно, как он сюда заедет. Танки ехали по объездке и вывернули. Ох, вгрызается. Хорошо зашел. Прошел. Что у нас дальше? Тяжеловато. Вот так вот. Бедные еле колеса крутят. Прошел. Так, выехал. Ждем Сашу. Нормально прощимливается. Так. Последние метры. Нормально выехал. Следом идет Миша. Все, выбрался. Самурай ринулся сам в бой. И самурай сидит. Вот так вот. Посадили самурая. Танковая сегодня, конечно, намного интереснее, чем в прошлый раз. В прошлый раз такого не было. Вот это жижа. Опаньки! Ха-ха! Все! Додоминировался! Я там еле выиграл, ребята, я лег. Нет, да вы же все вперед повыезжали. Мы выскочили, я умудрился выскочить. Ну там капец, оно. Не-не-не, сейчас кончится. Нет! Надо было вот там правее проскочить и все. Да, там больше воды, оно там нормально. А там мы встряли капец. Еле-еле. Когда лебедка будет, кому я скажу. Хорошая жижа. Миша, Миша, заезжай! Рядом давай!
Давай, ты проедешь. Ну давай. Давай, кто дальше? Серега, выходи, цепляй. Да подожди. Едет Миша. Ну что, делаем ставки? Получится ли у него дальше заехать? Ну, вот и нашелся, кто будет вытаскивать их. Вот еще идет УАЗик. УАЗик едет, стой! Резвый. Вот так вот надо ездить. УАЗик по прямой выехал, но на самом деле там, конечно, легче, чем здесь сидят пацаны. Сегодня не совсем другая танковая, ты видишь? Она размокла вся. Ну я с ним проехал как раз. Уденьте, 100 килограмм вышло, и оно зашевелилось. Самурай зашевелился. Возможно, есть у него шансы оттуда выбраться самостоятельно. Таня тянется уже на лебедке, зацепился за Мишу. Нормально. Нормально выходит, уже чуть-чуть осталось, немного. Лебедка тянет. Посмотрите, как замыли его колеса. Отлично, выехал. Самурай сидит, сейчас тоже будем его цеплять, вытаскивать, вряд ли он сам выедет.